В Государственной Думе России открылась весенняя сессия. В этом году запланировано 40 пленарных заседаний, на которых будут рассмотрены самые значимые законопроекты. Первые дни уже оказались достаточно напряженными. Мы готовимся рассмотреть все основные законопроекты, которые посвящены в первую очередь выполнению послания президента. Рабочая группа вице-спикера Александра Жукова в Государственной Думе уже представила план реализации послания президента. Необходимо принять порядка 90 законопроектов. В Чувашской Республике также есть предвыборная программа «Единой России», «Чувашия в регион комфортного проживания». Очень важно реализовывать ее. Это может коснуться в том числе и программы по строительству школ, потому что для нас это очень важно, чтобы наши дети учились в современных школах.